Пожарные дознаватели Главного управления МЧС России по краю выясняют причины крупного пожара на правом берегу Красноярска. Сейчас проводятся экспертизы, работают пожарно-испытательные лаборатории. Напомню, пламя вспыхнуло накануне на складе лакокрасочных материалов. Клубы черного дыма были видны из разных районов краевого центра. Сигнал о возгорании поступил на пульт в 16 часов 18 минут. Уже через 5 минут первые расчеты прибыли на место. Площадь пожара составила более 1250 квадратных метров. В помещении находились емкости с горючими веществами, в том числе и толуол, поэтому существовала угроза взрыва. На месте происшествия работали 57 человек и 21 единица техники. Полностью выгорела южная часть склада. Жертв и пострадавших нет. В 20 часов 15 минут пожар был полностью потушен, пока специалисты не могут назвать даже предварительных причин возгорания.